парад пройшов и в Ганцевичах. У гэтым районе засталося всего 4 ветерана. Один из них 95-годовый Иосиф Курлович. С первых дней войны он пошел у партизанские связные, а в 44-м был мобилизованным. Меня взяли в разведку. 62-я артбригада, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт. И с первого же дня я разведчик, и до Берлина разведчик. На одер ранило, потом меня контужило тяжело, но я все равно дошел до Берлина. Иосиф Ігнатович отримав медалі за визволення Варшави і взяті Берліна, а так само три ордена – Червоної зорки, чинної війни першої і другої ступеню. Напередодні свята перемоги військова часть Узброєних сил Російської Федерації, що дислоцирується неподалік у поселку Озяреччо, організувала для ветерана акурат коля його дому міні-парад і святочний концерт. Наш долг – сохранити вічну пам'ять о истории Великой Отечественной войны. Не оставить в забвении всех павших на этой войне. Отдать дань благодарности, уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны за их героический подвиг. Для ветерана так само подрыхтовали виды веншования от юноармейца, уручили подяшный лист и подарунки у соправдным военным речмяшку. Такие же подарунки войсковая часть подрыхтовала и для інших ветеранов Ганцевицкого и Клецкого районов.